настроение. Но в Москве открылась 15-я традиционная международная туристская выставка «Отдых-2009». Она стала своеобразной подготовкой к началу нового сезона. Поэтому среди участников есть и те, кто предлагает снег и горные лыжи, и те, кто готов отправить вас к теплому морю и пальмам. Интересные предложения рассмотрела Тамара Колесникова. Выставке «Отдых» исполнилось ровно 15 лет. И все эти годы она была одной из самых посещаемых. И не только специалистами. Потенциальные путешественники, любители проводить отпуск вдали от родных берегов, и на этот раз не оставили выставку без внимания. Тем более, что совсем скоро начинается зимний сезон, и самые нетерпеливые уже задумываются над тем, куда поехать, насколько и за сколько. О своей новой программе объявил Таиланд, предлагающий белоснежные пляжи, голубые лагуны и добрых слонов. В октябре в нашей стране начинается новый туристический сезон. Мы ожидаем, что он будет успешным. Российские туристы всегда любили Таиланд, и сейчас их поток не уменьшится. Не уменьшится поток наших туристов и в Египет. Тем более, что здесь появились новые направления, такие как гольф и спа-туризм. Кризис, конечно, затронул и наш туристический рынок, но мы выстояли. И сейчас очень многие крупные российские компании включили Египет как одно из направлений предстоящей зимы. В выставке принимают участие более 1100 компаний из 113 стран. Так что выбор огромный. Тамара Колесникова, Вадим Куликов, «Утренний канал», «Настроение». Но прямо сейчас.